Привет! Йоу! Мы сегодня разыгрываем Арсения Крестителя. Значит, назовем Юра Арестов. Это Антон Филиппов. А это Рома Павлов. Мы играем православный джаз-фанк-фанк. И все. Вот. Мы начинаем. Thank you.
Thank you.
Все? Нет, вообще-то не все. О! Так. Сейчас. Припев, мы уходим. Изолента. А следующая песня называется «Изолента». Первый день Бог сотворил небо, зелень и свет. Во второй день твердь земную. В третий день сушу моря и зелень. День четвертый. Время и знамения. Пятый день. Присмыкающихся и птиц. День шестой. Растительную пищу. Человека и животных. О, да. И седьмой день. Бог сотворил. Thank you.
Следующая песня называется «Не люблю слэм», потому что слэм — это опасно, а не слэм — это безопасно. Ю. Я не люблю слэм, моей девушке выбили там зубы. Мой отец ушел слэм, так сказала моя мама Люба. Я часто ломаю аппаратуру на концертах, и организаторы смотрят на меня очень нервно.
Следующая песня называется «Саша, грей, душу мою, согрей». Я смотрю на тебя, но ты всегда занята, и от этого мне очень грустно. По самое горло, поэтому я так часто смотрю на тебя. Саша Грей, Саша Грей, мне так нравится цвет твоих очей, но ты не смотришь на меня. Саша Грей, мне так нравится цвет твоих очей, а ты смотришь на оператора. Саша Грей.
Значит, сейчас будет песня группы Red Hot Chili Peppers. Знаете такую? Ну, Californication, да. Мы начинаем. Количество физических планов. Мое утро разработал какой-то там стаканов. Красною обвестилось белый порошок. Ты берешь ключи и пластмассовый мешок. Эй, рабочий, что рабочий? Ты что же ты сам сегодня делаешь, что хочешь? Только как захочешь. Любые детали из дерева, голова, пели или стали. Сегодня вместо стружки, о-о, Калифорния, Калифорния, Калифорния. Ты сам нарисовал полтора года назад. Ты не знаешь тех, кто стоял бы у станка. У тебя ключей больше, и сумка легка. Эй, рабочий, что рабочий? Конечно же, ты сам сегодня делаешь, что хочешь. Только не захочешь. Любые детали из дерева, олово, меди или стали. Ты вслепую открываешь дверь, а там сатанинский путь, ой, нет, а там Калифорния, Калифорния, Калифорния. Последняя песня наша, последняя. Называется «Музыка для похода в Дикси». А-а-а, а-а-а. Yeah.
всего один кассир. Спасибо, что вы послушали нас. Как бы сейчас выйдет Арсений Креститель. Арсений Креститель, в смысле, Богоматери, прошу, да пребудет свет, сила. Все, спасибо, мы заканчиваем.